Капремонт здания Змеевской школы искусств завершится к началу учебного года. Об этом сообщил глава Свердловского района Виктор Рожков на еженедельном совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор. Здание ремонтируют в рамках национального проекта «Культура». На средства экономии в сумме 3,2 миллиона рублей планируется ремонт фасада. Это козырек и карнизные плиты, оборудование перегородок, оборудование новой системы пожаротушения, оборудование кладовых и рубки звукорежиссера. По проекту «Успех каждого ребенка» ведется текущий ремонт спортивного зала Змеевской средней образовательной школы и закупка оборудования для школьного спортивного клуба на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Речь на заседании шла и о неукоснительном выполнении нацпроектов, завел ее губернатор. В 2021 году на их реализацию в Орловской области планируется направить 6 700 миллионов рублей. На сегодняшний день свои денежные средства по нацпроектам в целом составило 2 245 миллионов рублей, это пока 34% от общего объема. В муниципальных образованиях в ходе реализации 12 региональных проектов освоено 664,5 миллиона рублей.